Акцию «Скажи коррупции нет» провели в областном центре Колымы. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией стражи порядка вручили водителям больше 30 информационных брошюр. В листовках информировали, как нужно вести себя, если вы подверглись вымогательствам. Также представитель общественного совета при УМВД Александр Мурлин вручил памятку о взаимодействии с инспектором ДПС. Госавтоинспекция напоминает, дача взятки должностному лицу карается законом. Госавтоинспекция Магаданской области призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отказаться от дачи должностному лицу вознаграждения за избежание административной ответственности. Для профилактики коррупции в салонах патрульных автомобилей ДПС есть видеорегистраторы. Они фиксируют действия как снаружи, так и внутри. При оформлении материалов по факту правонарушения все процедуры сотрудники полиции осуществляют в зоне действия видеорегистратора.